Кали, давай же завтра идем. Вот позвали меня, а я-то и рада, говорю, класс, ролик сниму. Они говорят, ну только со словами. Я говорю, со словами не вопрос, я вообще запросто. Но я не учла только один факт, что слова-то, как сказать, на белорусском, а не на русском. И дали мне 4 предложения. А зорконоша? Тоже не знаю. Типа из Беларуси или нет? Неправильно говорю, видите? Вот. Зе коза ногой, там овес дугой. Правильно? Видите, вот эту вот фразу, она моя. А еще пирог, кап козе помог. С Леной на проводе провели почти целый час. И занимались мы тем, что мы учили меня говорить яще. Я правильно говорю сейчас, нет? Яще, да, пожестче. Яще. 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 Надо соединить ше и че в одно. Да, яще. На конце. А яще. Так? Ну, почти. Мне не хочется стать позором завтрашних калядований. Это будут первые калядки в моей... А еще пирог, да? Да. Кап козе помог. А еще оладки, кап яе, боки были гладки. Отлично. Так, добра вам, господары, и у доме... Господары, господары. А, господары, так. Добра вам, господары, и у доме, и у дворы... Ура! Юля, ты веришь в меня? У меня все получится. Конечно, верю. Мне... Отлично, да супер. Но чья сторона, собственно говоря. Нам... Никто не видел то. Лена мне сказала, когда, говорит, уже 5-й, 6-й дом пройдем, говорит, прям, говорит, как по маслу все будет. Наташа костюм мне дала. Юбка черная, длинная, узоры, орнамент красный, платок красный, рубашка белорусская. Буду завтра я звезда. Белорусочка, я к белорусочка. Удачи. Спасибо.